Вывод миротворческих войск ОДКБ с территории Казахстана завершен. Из аэропорта Алматы вылетели последние самолеты с иностранными военнослужащими. Таким образом, на вывод контингента ушло меньше недели. В Минобороны республики выразили благодарность зарубежным коллегам за их помощь. В ведомстве подчеркнули, задачи, поставленные главами государств ОДКБ перед военными, были выполнены в полном объеме. Напомню, миротворцы были задействованы в охране стратегических объектов. Всего в стране находилось более 2000 военных и 250 единиц техники. В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств. Поэтапный вывод из нашей страны объединенного миротворческого контингента ОДКБ осуществлялся согласно обозначенным Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым сроком, начиная с 13 января текущего года. Итоги миротворческой миссии в Казахстане войск ОДКБ сегодня подвел и командующий контингентом Андрей Сердюков. Интервью журналистам он дал прямо на взлетно-посадочной полосе возле алматинского аэропорта. По словам командующего, свою задачу миротворцы выполнили. Военные показали высокую выучку и профессионализм. И также им удалось избежать провокаций. Сегодня, 19 января, на родину, пункты постоянной дислокации, возвращается последнее подразделение и командование миротворческих сил. Я желаю народу Казахстана мира и процветания.